Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Итак, предыдущее видео у меня было 18+, потому его смогут посмотреть только зарегистрированные пользователи, да, совершеннолетние. Вот так. Не каждому даны такие сцены смотреть. А у нас здесь машины. Так, машины я нашел, подогнал второстепенно вот эти миссии, они... Так, что мы делаем? Фрэнк, пошли сюда. А вот и он, наш хакер. Пусть они смущают. Так, наша аппаратура — настоящее произведение искусства. Так, все понятно. А где же все остальные? Господи, переодетые. Красавчики. Так, мы встретимся, привезем тонн 8 золота. А 4 тонны не осилишь. Ну давай, ладно. Ладно, парни, пошли. Крузак. Так, ладно. А я кто? Ага. А блин, я за руль. Посмотрите, там лесенка есть. Я, кстати, ни разу не лазил туда на лесенку. Что там вот? Честно скажу, ни разу не лазил. Может быть, потом слазю. Так, ладно. Так, это тачка, на которой я прибыл, да? Так, закупка нам не интересна. Ну что ж, давайте телепортируемся сразу тогда к месту. Мы подъехали к пункту. Назначение. Так, кое-что приберем. Что ты? Так, бронемашины еще не приехали. Да. Никаких проблем. Когда ты говоришь без паники, мне сразу хочется запаниковать. Вот они. Вот оно, поехали. Деликатная работа. Зажигаем. А. Вот так вот. Drop the stinger. Now keep driving. They should go over it. Так. Проехали. Бух-бух-бух. Ну не так же все было-то. Я же видел только что. Это дерьмо не стоит. Ох, черт. Ох, черт. Ну, давай, 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 пошел. Ё-моё, кто там? Ах, колеса поменять, точно, нам же потом перекладывать. Колеса пробили, надо колеса поменять и потом переложить. Кстати, продумано. Берите все, что хотите, вот мы и берем. Кто, не дергайся. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай. Хватит стонать. Так, они пока там останутся. Вон, в машине. Где-то мы их погрузили, что ли, или что? Доберитесь до хранилища. Так, здесь мы, получается, в любом случае надо смотреть, потому что это часть миссии. Не факт, что тут кто-то не выскочит, не выпрыгнет. Ой, господи, хранилище, это вот оно. Relax, man, I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Ну давай. Добрался и... Вау, ливень. Значит, вижу лук 86, прием. Слушай, ты должен был быть здесь полминуты назад. Вот. И так держать каждый раз. Так, въехал в здание. Что за бред? Полминуты назад, что до секунды, там уж совсем-то. Дебилы. Всякое бывает, в городе пробки. Они здесь. Давай без глупостей. Давай. Go, pal. Давай, идем, приятель, давай.
Что вы там спереди хотите, удостоверение? Спереди хотите там вот что-то охранять? Все в порядке. Good. Все в порядке. Good. Все в порядке. Access is good. Courtesy escort is go. Take us to it. Так. Follow me. Все, ведите, прошу за мной. Следуйте за управляющим. Давай. Топ, топ, топает малыш. Чем-то он напоминает тюремщика из мультфильма «Мегамозг». Деликатное ограбление, да. Не надо отстреливаться от всех, убегать. Сейчас быстренько, опа, просто обманом все получим. Все в порядке? А что быть не в порядке? Что ты такой подозрительный-то? Да, все в порядке. Думаю, на автостраде сегодня полное дерьмо, полный ужас. Разве бывает иначе? А вам, джентльмены, приходилось сидеть в этих машинах, изнывая от скуки, глядя на кучу денег, которые вам легко могли бы достаться? Ладно, пошли. Че, ты нас хочешь соблазнить, что ли? Деньгами? Не выйдет. Открою тебе секрет, мы не подкупные. Так. Инкассаторы здесь. Hey. Привет. So, you know, вы знаете, что делать? Uh-huh. Ага. Come on. Конечно. Так. Okay. Все правильно. Только не совсем правильно. Он свою должен был часть кода ввести, ты свою часть кода ввести, и вот тогда он откроется. Gentlemen. Нельзя давать такой код одному человеку. Absolutely. Давай. Проходим. Oh, shit. Вот срань. Сколько тут золотишка. Мы просто храним его для китайцев, но если ты вдруг захочешь ставить его в Соединенных Штатах, конечно, бери все, что можешь унести. Сюда. Отличная шутка. Так, давай, давай, мы должны придерживаться графика. Да, все четко. Идем, давай, давай. Тяжелые, ни хрена себе, чуть больше двух. Ну да, а сколько это стоит? Цена золота составляет от 17 сотен до 2000 за унцию. В килограмме примерно 35 унций. 100 не тысячи килограмм, получается 200 миллионов долларов, ну или что-то типа того. Дай подумать. А, примерно так и получается, да. Так и получается. Так, нет, это все. Он уходит на пенсию. Да, подыскиваю варианты, знаешь, на пенсии шанс как увеличится в разы. Спасибо, буду иметь в виду. Давай, толкай. Моя спина, столько металла, это же не совсем обычно, да? Весьма необычно, бумага пришла только сегодня утром. Будем надеяться, что это не узнают какие-то налетчики. Вам же за это и платят, верно? Давайте открывайте. Груз на площадке. Загружайте, ребята, загружайте. Все, поехали, не будем тратить чужое время попусту. Готово. Поехали. Эй, мне что-то нехорошо, может. Да ладно, Кейси, потерпи. Ну, Кейси, не умеешь пить, не пей. Вот так этот парень научит тебя кое-чему об умеренности. Так. Поехали, не вызывая подозрений. Груз уехал, не уехал еще. Следуйте за Тревором. Be cool, Case. Так. We unload at Mission Row. You go on your way. Едем медленно, не привлекая внимания. Control. We got the metal. What's your situation? Так, минутку. Едем, едем.
Как далеко нам ехать-то, только не знаю. You got a solution for this problem? Так, мать твою, у тебя есть решение? Мы подключились к регулировочной системе, попробую их задержать. Выберите Франклина. Fuck. Так, надеюсь, ты знаешь, что делать. Solution for this problem. Yeah, давай. Спокойно, чувак, все под контролем. Давай. Мы подключились, теперь ты можешь переключать сигнал светофоров. Удачи. Ничего сложного. Here we go. Так. А как? Не понял, а как мне что? На какую кнопку? А вот. Все, понял, как переключать. Hey, shit, man, heavy's showing up on the east. Okay, I gotta go east here. Another red. Changed. Давай, давай, давай. There you go. Hey, look, you gotta go left. Hey, I picked up more Mary with the northwest of your position. This one's clear. Так. Hit the indicator, you're going right. Едем, едем. Now I need you to keep going over. You're good. Control, we are stopped. Boom. Давай, давай, ехай, ехай. Now go right at this turn. Shit, Merriweather on the west of the grid. Проезжай. Okay, look, so you're gonna go right at this one. Change is in. Hey, Merriweather spotted on the south. Блин, куда вы его тащите-то? More mercs just showed up at the top of the grid. Давай. Now far left. Switched. Все, я вас вывел, тут зеленый свет, все. Нормально, вывел. Перегружаем. Ну давай, где ты? Выходите, я не кусаюсь. Твою мать. Понял. А чё ты не стреляешь? Не стреляешь? Что за глюк такой нахрен? Не стреляет. А это даже не показывается. Не, давай-ка ты положим нахер, ну чё? По-быстрому сдохну тогда. Вот так. Чё-то глюкнуло. Майкл погиб. Давай-ка повторим. Опять не стреляет. Не понял. Не понял.
Опять нет. Почему вы не стреляете? Вроде начал так стрелять хорошо. Хрена! Тревор погиб. Твою мать-то! Не обязательно вот именно этими оружиями-то отмахиваться. Ну-ка, давай-ка еще разок попробуем. Так. Here they come. They're coming from the left. If you're gonna kill anyone, kill them. Да. Да. Вот так. Да куда ты, мать твою, тянешься-то? Так.
Куда ты попал там? Ладно. Суть не в этом. Отстреливаться, блин. Отстреливаться. Чё ты там? Чувствуешь, где косякнуло, прогружаешься. Хер на него. Что за херня? Да. Отбились, в общем. Отбились и поехали. Бред какой-то получается. Что за глюк нахрен такой? Меня бесит это. Тихо, тихо. Куш. Хороший куш. Машину укреплял. Для этого. Тихо, 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 тихо. Тише, тише, тише. Как меня это бесит, чтобы он в таких тачках еще хренул. Сам виноват. А я-то что говорю? Бесячая гонка, меня гонки бесят, особенно на таких дебильных машинах. Блин, почему именно эти машины? Самые говенные выбраны-то. Справимся. А по мне вы подумали?
Твою ж мать, я думал, смогу проехать. Этот ролик вы не видели, да? На этот раз мы не Берлин. Подожди, мне за угол повернуть. Так. Скажите, я сам туда приеду. А, вот. Заезжаю я. Hey, this driver sucks, man. Fucking trucks all over the road. Да твою ж мать, как так-то, блядь? Ну, конечно, повтори. Для самого начала. Обязательно вот с самого начала. Здесь я был. Следили мы, слежку проводили. Блин, куда-то вниз и вниз еду. Потерялся. Вот поэтому потерял Майкла и Тревора. Давай еще раз повторим. Не мог заехать. Гонки это вообще бесячие, не мое это. Особенно на таких древних машинах. А сама машина где? Так, ну. Зацепись, как всегда, здесь. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все гонщики прямо такие, где твою мать? Едем, едем. Тихо, тихо, тихо.
Должен успеть. Вот он. Спокойно. Войду в поворот. Он висит. Да твою мать, так что так? Опа, заехал. Бубли, сам на. Я не вижу машин. Так, перекрывайте улицы все. Давайте, переход перекрывайте. Ну? Да ёб твою мать, тогда что ты будешь делать? Вот, приехали. Так, все довольны? Эти парни позаботятся. Куда нам ехать-то? Где выход? Вот здесь будет выход. Раз я его не нашел. Так, телепортируемся туда. Так, приехали. Открылись и заезжаем. Давай. Бля, прорисовка дома. Так, уже празднуем. Ты алкаш. А, не задавай дурацких вопросов. Ну где золото? Придется подождать пару дней. До отмашки, потом оно отправится на переправку. Где? Вот именно, в этом вся соль. Если даже кто-нибудь повяжет, где доказательства, если у кого-то появится левая мысль, он все равно ничего не сможет сделать. То есть можно расслабиться, поскольку наши душки, покажи свое истинное лицо, лишь через пару дней. Серьезно? Сейчас? Да, сейчас, детка. Слушай, почему бы тебе не расслабиться хоть на минутку? Ты же сидишь на огромной куче бабла. Дело сделано. Да ладно. Впрочем, как скажешь. Да, самое время. Это он виноват. Иди нахер. Пошел, сам пошел. Эй. Я думал, вы мастера большой. Так, но сейчас вижу перед собой двух типичных нытиков. С западного побережья. Чем тебе не нравится наше побережье? Да ничем. Он на самом деле, оно мне по душе. У местной публики хрень какая-то. Скажи им слово подлиннее и сойдешь за профессора. Вот иди нахер, мудрец, отсюда. С этими идиотами сквозь зубы разговаривать буду. Эй, не трогай Лестера. Вы с Лестером вместе? Теперь с вами все ясно. Мать твою, чувак. Все мы тут... Так, пойду. Проветрюсь, теперь с вами все ясно. Франклин, прости. Не уходи, давай выпьем пиво. Ну, посрались, блин. Конечно, одному деньги сейчас охота, другому, ну как сейчас. Не из кармана, чтобы достать такую кучу бабла. Так, минутку. Да стой. Где телефона? Сохранимся. Итак, из солнечного вчера мы, приехали в дождливое сегодня. Проветриться нам надо было. Подожди, куда? Заходим. Что у нас здесь? Что у нас тут? Кто-то пришел. Открываем.
Опа. Эй, умник, это я. Какого хрена тебе нужно? Ты деньги принес? Слушай, у тебя есть кокосовое молоко или что-нибудь? Мне нужны электролиты. Черт, жарковато тут. Чувак, ты что, на тот свет торопишься? Тебя прямо сейчас туда отправить? О, нет, брат. Не меня? Не. О, да. Но это же мой кореш. Он предал всех, кого знал. Он вторил тебя и соврал несколько моих бизнес. От него нужно избавиться. И знаешь, что я бы хотел сказать? Что тут ничего личного, но на самом деле это очень даже лично. Но федералы, они приказали убить Тревора. А я, естественно, не могу замочить обоих. Федералы? Стив Хейнс, Дэйв Нортон. Этих клоунов я бы даже в свои торговые центры на работу не взял. Я могу сделать один телефонный звонок, и все, их карьере конец. Ну что будешь слушать? А, человек, который мечтает о пенсии и 50 кусков, или миллиардера, которому даже президент позволяет тискать его жену. Ну, блин, сомнительно, конечно, вариант, как ты предлагаешь. Чё ты? Время вышло. Твой ответ пошел нахер. Гениально, приятель. Просто гениально. Но времени у тебя мало. Думай об этом. На носу триатлон. Нужно тренироваться. Пока-пока. Иди в жопу. Конечно, я выберу вот он. Мы, у нас не будет печального конца. Лестер мне, по идее, нравится. Франклин тоже неплохой. Чувак, нужно поговорить, у меня проблемы, и ты можешь мне помочь. Да, пошло все в жопу, у нас всех проблемы, и ты можешь всем нам помочь. Успокойся, ладно, и приезжай ко мне. Ладно, ладно, еду. Да, конечно, сохраним. Итак, проблемы у меня не шуточные. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Так, куда ехать? Вот сюда. Да твою мать, да вот так вот. Все, едем. Ну, а мы, естественно, телепортируемся. Итак. Давай. Мы должны были собраться, по идее, все здесь уже. Раз позвонил, сообщил. Это что у нас? Курятник? О, нос. Ханос, он что-то включен. Стрип-клуб. Правильно? Ну а чё ж ещё-то? Слышь, мать, я опять пьяный в жопу. Now, where the fuck is Wade? Ты нигде в нормальных местах-то не можешь очутиться. Нормальный, трезвый человек такой. Причесанный. Ты в хату зашёл уже, нет? Чё, там, где тебя бросил, там и остался, что ли? Не продвинулся даже. Так, без палева оставили машину. Давай, куча видеокамер. В чем дело, брат? А как ты думаешь, мать твою? Чувак, ты только представь себе сценарий, в котором все накроется еще более... Короче, женской ракушкой. Так. Почему бы тебе просто мне не сказать? Один мудак хочет, чтобы я убил Майкла, другой хочет, чтобы я убил Тревора. Я не могу убить их обоих. Чувак, я в полной жопе. Ни хрена не знаю, что делать. Чего? Вижу. Кто эти мудаки? Стив Хейнс, злобный мудак из ФБР. И Дэвид Уэтсон. Ну ты знаешь, да, да, богатый мудак. Который вообще хрен знает из какой норы. Точно. Так, ну я бы сказал. Убей Майкла. А затем Тревора.
Чувак, ты это серьезно? Ты в жопе, понимаешь? Я даже не знаю. Чувак, ты знаешь все. Знаю, но мне жаль. Но других вариантов не вижу, и так делают все. Не представляю, как тебе можно разобраться сразу с обеими. Знаю, чувак. С обоими. С обоими. Черт. Мы в полной жопе, каждый из нас по уши в дерьме. Если только... Так, у Стива Хейнса большие проблемы из-за бойни в центре. Так, а Дэвид Уэтсон невероятная сука. Дона Персвеля, которого гид Мэри Узель. Более того, мне кажется, что Уэтсон владеет частью Мэри Узель. Точно, 11%. Совсем неплохо для задрота. И оба наверняка позорятся, которым только что взяли. Давай, в общем, придумал он хороший план. Машина целая. Ну чё там? Да жопа у нас полная, брат. Все в норме, нигер. Кто в таком сраном раскладе может лучше, чем такой сраный псих, как я? Короче, слушай, я сейчас за тобой заеду. Так. Телепортируемся к нему. Так. Вот мы за ним заехали. Садись быстрее, говнюк. Хочешь денег раз? А вот и он, богатый нигер, да. Куда мы едем? Мы едем в один литейный цех. Доберитесь до литейки. Твою мать, только с того края приехал. Ладно. Телепортируемся. Вот мы подъехали к литейному цеху. А мы вроде здесь уже были. Да? Только вроде с другой стороны заезжали. Так. Слушай, там должны быть Майк и Тревор. Можешь намекнуть, когда жульки придут. Опа, заходим. Войдите в литейную. Вошел. Так, на всякий случай, мало ли. Вот так. Если кто-то хочет мне... Да, эти твари, идиоты, между собой, что ли, уже там схлестнулись. Перестрелять до обоих. Какого хрена я рискую своей шкурой, спасая вас, если вы собираетесь друг друга перестрелять? Чё, ты спасаешь меня? Ты спасаешь его? Чуваки, включите наконец ваши гребаные мозги, помиритесь. Иначе я каждого нашпигую пулями, придурки. Они здесь, очень мутные чуваки, подкрадываются так, отлично. Все слышали? Ну, значит, сейчас или никогда. Тревор, давай. Твою мать. Ну, успокойся, спокойно. Что мне делать? Вот это другой разговор. Так, чувак, ты идешь вон туда. Ты занимаешь позицию здесь. Я пойду туда. Опа, так, расслабься, надо ждать. Где вы? Вон, я прям вижу, где-то точки так. Так. Не получается, да, их убить? А вот так?
area. There. Get him! Hey, we'll get through this! No. Так, нормально. Сойди его. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Пока все идет путем. Где вы? Так. Идите к Лемару. Твою мать. Где? Мне нужна помощь, чувак. Прямо сейчас. Ну, давай. Иду, стараюсь. Пока нормально. Hold tight, dog, please, hold tight. Fuck, homie, I'm trying to get to you. А как тебе тут? LD, just hold on, man. Твою мать-то. I need some help, man, quick. Подожди. Блин, а как тебе пробраться-то? Там он не прыгал. Где-то лестница есть. Лестница наверх есть, а лестница вот здесь вот, по-моему, поднимался, да. Давай, 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 я бегу, бегу, бегу к тебе. Не дай себя замочить. Я иду к тебе. Держись, держись. Они бегут, а что я должен сделать? А, вот здесь вот. Все нормально. Давай. What's the problem, T? В чем дело, Ти? Бегом, 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 давай. T, him. There's some serious shit going on down here where I'm at. Trevor, stop being a prick. Keep on coming!
собрали все необходимое. А что, я к тебе должен идти? Тревор! Иду. There you are, you dick! I was a little winded, all right? I took the T.O. It's nice to see you so worked up. Next time Бам! Блин! Точно, я же гранату, блин, я еще так подумал, что гранату вроде бросил под ноги. Так. All right, I'm looking for him. Down. Now. Где ты? Say something. Trevor. Давай. Я иду к тебе. I kill for a living. Come on, T, cut it out. На. Can you stop being an asshole, please? Давай. There you are! Man, you had me worried! I took a knock. I'm sitting out a few rounds. It's good to know you can. Yeah. Yeah, well, don't do it again. Yeah. Look out, more agents! Yeah. They keep on coming out here! Где они? Я их не вижу. Спуститься должен. Так, скоро он спустится. Вот так. Давай. Ё-моё. А мне продержаться надо. Так. Меняем точку. Всё, понял. They coming for me. А куда ты бежишь? Наверх. Точно, вот наверх. Да стой ты! Я ж не такой быстрый, как ты. Да стой! Куда бежишь? Я долго не выдержу. Давай. Ты как будто тут отстреливаешься. You're getting off on this little... What the fuck is going on out here? We can't get him down until he stops. Yeah. Ну, хоть как-то выникает. Будут уничтожены. Мать, Майкл. Давай еще разок. Вау!
подожди, подожди. Где-то вот здесь вот куча прямо тут. Не вижу. Потом как увидел. Так. Все нормально, уходим, да? Ладно. Только минутку вот. Уходим. Мне надо аптечку взять. Я знаю, что она вон там есть. Я мимо нее пробегал. Давай. Вот она. За дверью. За дверь. Все. Вышел и не зайдет обратно уже. Ладно, мы вас поняли. Спустились. Далеко бежим. Все горит. Минутку. Ну, что дальше? Дальше что? Будем дождаться, когда нас убьют? Или того, кто это... Или метнется, может, кто-нибудь другой? Слушай, чувак, я так понимаю, что это дерьмо нам еще долго расхлебывать. У нас куча старых друзей, которые нужно править мозги. Куча друзей, похоже, будет много кровища. Нет, нужно просто заткнуть рот паре болтунов. Ну давай, посмотрим. Это Стив Нортон? Нет, он нам нужен живым. Зачем? Чтобы потом до нас никто не докапывался. А потом мудак из триады, который кажется, что у вас двоих роман. Твою мать, он точно где-то здесь. Ну кто парень, который поставил Лемара? Мы его завалим. Ага, Тревор завалит кого угодно, лишь бы утолить жажду крови. Так, ладно. Не будем бузить. Все у нас хорошо. Никто никого не предаст. Убейте мистера Чена. Так, минутку, давай убить. Далеко ли нам ехать? Так. Ну что ж, давайте телепортируемся тогда к нему. Итак, у нас опять геморрой вышел. Да подожди, мне этого азиата надо пристрелить. А, здесь тоже убейте Стива, хорошо. Без разницы, кого убивать. Надо кого-то одного выбирать, кого будем гасить. Давай. Ты мне первоначально нравился. Давай, сюда. Опа, прибежали. Лос-Сантос. Город святых. Ага, сейчас, нахуй. Я между ними лишь ФБР. Снято, боже, ну и говнище. Кто сочиняет эту херню? Так, ладно. Ты правильно все? Так, отлично выглядишь. Подбородок. Он как, острый? Ладно, звук чистый, хороший. Так, скажи что-нибудь, раз, два, три. Да, все отлично. Ладно, работаем. А ты, поехали. Я профессионал, поехали. Привет, я Стив Хэнс, привет. A city of celluloid. A city of scumbag.
Давай, что ждать будем, когда он спустится? Давай. Ему деваться-то некуда. Это город, где сбываются мечты, но иногда эти мечты превращаются в кошмары. Стоп! Кат! Давай, no, где ты там? I'll pick it up. No, I'll pick it up. I got something good. А, спускается уже. Rolling. Вот они, они. That's Trevor Phillips, you idiots! Get me an evac team! На! Oh my God! Это чувак, чего там? Они подстрелили его нахер. Где второй? Вот так. Спокойно. Утекаем. Дружище, бежим. Так. Так. Они не знают, где я, это хорошо. Это большой плюс для меня. Подожди ты. Приехал, твою ж мать. Сваливать тебя. Ладно. Сматываемся. Так. Да, твою только не звезду. Так, 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 так. Сюда. Потом сюда. Потом вот сюда. Прячемся от них. Пока машина такая характеристика попадется, поймаю сразу в реальность с рогами на крыше. Вот в этом парке они вас точно найдут. Пробовал в самом начале. Давай, давай, только не заметь, не заметь, не заметь, не заметил. Эй, Лестер, I dealt with Hayes. Я справился. Got a location on Devin Weston yet? Так, не могу, да, перейдет? Команда бойцов охраняет его дом. Так, понятненько. Я нанесу ему визит. Кто у нас тут? Давай. Вот ему им-то я почти доехал же уже. Вот он. Кого ты там? Че, назад что ли отъезжал? Кстати, вот на этой трассе, блин, все время что-то связано с ним. Начало с этой трассы вон там вот было. Конец. Психиатру ездили тоже на этой трассе. Тут ездили машины. Воровали, когда отдавать ее везли. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. That
was him. Уйдите от меня. Да что, мать, я не могу, не представляете. Воюйте, мать, отряд уйдите, да? Звезду заработайте. А вы откуда знаете, что это я был? Кто сообщил? Да, ну сюда там за мной не сможете погнаться. Уж извините, ребятки. Ну, ушел я от вас. Вот одно из преимуществ мотоцикла. Вот посмотрите, зато какая красота. Какова красота? Какова красота? Спишь? Давай, звезды сбрасывай. Hey, I got out clean. The fools ain't gonna have no more triads coming after. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey, who's up? Harold Stretch Joseph, still outstanding. Давай. I'm taking care of him. Ну ему-то вроде живьем надо взять демона. А, убейте. Хорошо, убью. Одна звездочка, это не беда. Что ты мне хочешь сказать еще? Идиотинушка. Задавил я, да, значит, этого миллионера. Так. Вот и все, вроде со всеми разобрались. Уйдите от полицейских. Да легко. Пока мы в разные пути попадаем. Так. Спокойно, грузовички всякие тут. Бензин-то у меня не кончается. Топлива-то слоса нет. I'm clear. Frank, your pal Stretch? Больше не проблема. He ain't a problem no more, Frank. Да, проблем у нас нету. So who we got, man? Ты спишь, что ли, у меня там? I'm picking up Devin Weston so he can have
Все, я прихочу удивиться, чтобы мы смогли с ним поговорить. Ну давай. Ну вон машина же едет, я же вижу. Ага, вот я приехал практически. И дорогу-то не срезать, да и не зачем нам. Дэйна окружают бойцы Мизуэ. Понятненько. Hey, меня не беспокоить, если только будут новости. Понятно. Минутку. Так. Так, где здесь? Пока вроде все хорошо идет. Не пробивает. Один остался где-то там. Внизу. I just put down half your outfit back in town. Что-то я не понял, где ты там. Вот так. Прострелили ему башку. Он со мной спорит еще кого-то. А это там сидит беззаботно. Че думал, что защитят его? Люди его верные. Эк, а где ты? Он в ящике, представляете? Спрятался. Выслушай меня, да сейчас. Я тебя выслушаю. Пойдем. Сюрприз. Живой. Доберитесь до места встречи. Это, я как понимаю, финал, развязка уже, все. Давайте телепортируемся туда. Итак, вот приехали. Приехали. И сейчас самое интересное. Тут финал, по-моему, должен быть, если я не ошибаюсь. Here we are, Slick. With a few minutes for some one-on-one time. Сейчас кореша придут. Ох, они покажут ему. Да? Хвостатый? Скажи да. Нет в тебе духа авантюризма. Ну и вот она, финалочка. Приехали. Корешки. Господи, он там целый день обоссанный, обоссанный. В багажнике. Эй, мы хорошо? У нас все в норме. Все зашибись, Амиго. Отлично. Франклин? Он приедет. Давай.
На мотоцикле. Прокачанный мотик. Ну что, дело сделано в лучшем виде. Так, я облажался, выбрал третий вариант. Хреново, правда? Да ведь ты понимаешь, я думаю, так хотят, конечно. Я же не такой ушлый бизнесмен, как ты, но я думаю так. Вот той разновидности американского капитализма, который ты практикуешь, есть два врага номер один. Аутсоринг. Ты нанял частную компанию, чтобы она сделала за тебя грязную работу, а потом подопнул ее так, что думал, ты нарушил эти правила игры. И враг номер два. Вывод прибыли в офшоры. Офшоры? О, это просто ужас. Ты не думаешь замочить? Да, экономика Америки. Ты никуда не собираешься, но Дэвид, твою точку зрения, мы, точку зрения мы знаем. Держи свои сраные проблемы подальше от Америки. Да? Ну, в таком разрезе все логично. Разумеется. Эй, Дэвид, прощай, старина. Спасибо за советы. Пока. Давай. Поможем, поможем миллионеру. Бам. Вот дерьмо. Чё? А, ну вот. Финалочка. И что теперь? А что теперь? У вас куча бабла, заляжем в одно и будем жить дальше. Как друзья? Что? А выбор у меня есть? Если честно, то нет. Ну ладно. Значит... Холодными, ущербными, не имеющими ничего общего с друзьями. Точно. Прекрасно. Когда мы не сможем вернуться к нашим любимым методам? Не знаю, насколько они лучшие методы. Франклин, лицемерие. Величайшие добродетели цивилизации. Ух ты мой, твой психотерапевт страшный человек. Знаю, я по-прежнему себя хреном чувствую. Но, по крайней мере, теперь я могу об этом сказать. Вы, смотрю, вас мудаков, меня не пугает мысль о кризисе. Right afraid, все, Franklin. Давайте, пока-пока. Правильно, Фрэнклин, бойся, бойся. Господи, куча бабла у людей. Чего вы еще ссоритесь, кого-то делите? Ти, это я так скажу. Я слишком стар для этой ерунды. Так. Вот второго уехал. Остался ты один. Ты вообще делал до этого, что хочешь. Сейчас просто с баблом делай, что хочешь. До этого без бабла делал, что хочешь. Сейчас с баблом делай, что хочешь. Ну что ж, на этом все. Как видно, игра, как видите, игра закончилась. Надеюсь, она вам понравилась. Как я уже говорил, предыдущее видео можно только посмотреть зарегистрированный пользователь. На этом все. Пока.